2023 года. В учреждении К6 организована кружковая работа. В рамках проведения кружковой работы мы сегодня проводим конкурс поделок органайзеров «Подарок учителю». Данные поделки будут сделаны руками осужденных женщин, которые состоят в кружке прикладного творчества. Основной критерий для конкурсных работ – то, чтобы органайзер был многофункциональным, сделан из подручных материалов и многоразовым. Отряд номер 5. И третье место разделили между собой отряд номер 7 и номер 8.